Хорошо. Добрый вечер, островитяне! Здорово! Как настроение? Пока мой гитарист настраивается, мы начнем с такого сатирического стихотворения, которое называется «Пох и нах». Пох и нах на все на свете. Я иду домой пешком, в голове гуляет ветер с позолоченным мешком. Посмотрев на звезды снизу, вижу яркую луну. Во дворе угары, визги, а я люблю вечерний город, суету. Улыбнусь я псу навстречу, поздороваюсь с котом. В голове гуляет ветер с позолоченным мешком. Подхожу спустя полтора часа к дому, а вон соседка заждалась. Просит денег у знакомой, та ей как всегда дала. Пахнет кошками в подъезде, курит старенький сосед. Обсуждая матч вчерашний, в полушубок он одет. Пахнет в лифте пивом, водкой, с горки дети, суета. А он соседка в мини и колготках, она баба еще та. Днем с одним гулять уходит, возвращается с другим. Одевается по моде, остальное все фиг с ним. Музыку сосед включает, рэп про слезы и любовь. То ли девушки бросает, то ли обдолбался вновь. Ох, и нах на все на свете, в комнате сижу один. В голове гуляет и ветер, молодой и невредим. Следующая песня, она немножко о жизни. Кто-нибудь ездил на автобусе номер 90? Маршрут такой есть, 90-й, в Нефтяниках ходит. Ездил кто-нибудь, нет на нем? Никто, все на машинах ездят, да? Вот, отлично, это респект. Теплое небо зовет к себе. Дым в городах, чайник кипит. Кто-то ушел за хлебом, а кто-то придет к тебе. Кто-то придет к тебе. Кофе на столе, телевизоре опять бесполезная инфа. Кухонный счетчик считает газ, а небо дарит рассвет. Если холодно, возьми мой плед. Каждый день жизни новая графа. Каждый день кто-то забыл, а кто-то вспомнит нас. Кто-то даст совет. Кто-то даст совет. Все просто. Меня везет автобус 90-й. И вроде бы казалось, что все просто. Но почему так любят усложнять? И нужно опять путь продлевать маршрутом номер 345. Жизнь это 5 минут. Каждую секунду цени. Зачем тебе деньги, зачем тебе шмот? Их с собой не заберешь. Делай только то, что по любви. Жизнь это 300 секунд. С близкими их проведи. С близкими их проведи. Все просто. Меня увез автобус 90-й. И вроде бы казалось, что все просто. Но почему так любят усложнять? Кофе на столе, телевизоре опять бесполезная инфа. Кухонный счетчик считает газ, а небо дарит рассвет.
Как настроение, островитяне? Давайте погромче, погромче, погромче! Давайте немножечко о грустном. Так, немножечко так сбавим настроение. Чуть-чуть, позвольте, чуть-чуть буквально. Стихотворение называется «Дорога». Дорога. Дорога замерзшая, синяя. Грызу зубами последний лед. Кто сдохнет в это уныние, того судьба уже не вернет. Забьет на него демократия, а я продолжаю идти. Мне помнится голос матери, что крикнул когда-то «Иди!». Идеи мои просты до убожества, но все же их сложно понять. Зачем нас рождается множество, ну а потом идет умирать? Мы считаем, что курить вредно. Ну, пусть не обидятся нас курящие. Они здесь есть. А мы считаем это вредно. А кто курит Винстон синий? Есть такие, кто пробовал Винстон синий? Есть? Отлично, значит, специально для вас следующая песня. Сейчас он настроится. Поаплодируйте ему, мой гитарист Денис Шмидтке! Он всего второй раз на сцене, на большой. На большой сцене даже, наверное, первый раз. В рок-клубе он выступал еще один раз. Да, еще у меня объявлен набор музыкантов. Нам нужен ударник, басист. Если есть желание, играем на различных фестивалях. Играем также в «Викинги» 18 августа. Еще 20 июля я проанонсирую баре «Чердак», почтовая 7. Приходите в 7 часов. Приглашаю вас на свой день рождения. Ой, наступающий! Спасибо! Винстон Синий! Падает снег, капает дождь, ты куришь, Винстон Синий, ты скоро умрешь. Тебе осталось день, а может быть ночь, а может быть 3 года, и все мысли прочь. Падает снег, капает дождь, ты куришь, Винстон Синий, ты скоро умрешь. И пачка сигарет против друг, но все же враг, а в легких твоих брак. Никто, наверное, точно не сможет помочь. Ты куришь, Винстон Синий, и день, и ночь. Но как же ты красиво, как капает слеза. Ты куришь, Винстон Синий, а за окном гроза. Эй! Падает снег, капает дождь. Ты куришь, Винстон Синий, ты скоро умрешь. Тебе осталось день, а может быть ночь. А может быть 3 года, и все мысли прочь. Эй! Падает снег, капает дождь. Ты куришь, Винстон Синий, ты скоро умрешь. Тебе осталось день, а может быть ночь. А может быть 3 года, и все мысли прочь. Эй! И 200 штук в неделю, еще не предел. А за окном город, за окном беспредел. Ты снова не можешь его забыть. Врачи сказали, мало осталось тебе жить. Падает снег, капает дождь. Ты куришь, Винстон Синий, ты скоро умрешь. Тебе осталось день, а может быть ночь. А может быть 3 года, и все мысли прочь. Навсегда на небе загорелась новая звезда. И твой телефон недоступен опять. А на столе остался блок Винстона лежать. Эй, вместе! Падает снег, капает дождь. Ты скоро умрешь, тебе осталось день. А может быть 3 года, и все мысли прочь. Эй, падает снег, капает дождь. Куришь, Винстон Синий, ты скоро умрешь. Тебе осталось день, а может быть ночь, может быть 3 года, и все мысли прочь.
Сергей! Ну как вам, друзья? А сейчас давайте немножко на рэп перейдем. Давай, рэпчика немножко. Немножко рэпчика. Ну а пока мой гитарист настраивается, стихотворение будет про осень сейчас. Люблю осенний вечер и мутную луну, и с домом снова встречи, и небо, красоту. Люблю багрянец сосен, листвы, цветной наряд. Люблю тебя, и осень, и урожай, и сад. Давай что-нибудь мне. Да, ну тогда немножко рекламы. Подписывайтесь на Омский культурно-спортивный канал. У меня будет там выложена запись фестиваля. Завтрашний день тоже снимаем. Будут различные интервью еще, так что в различных соцсетях можете нас найти, ВКонтакте, Телеграм. И еще одна замечательная соцсеть на букву Ю, которую могут заблокировать, пока еще не заблокировали. Будь как лев, следующая песня! Будь как лев броски, как лев броски. Такой решительный, такой несносный, без передоза, вполне серьезный. Как генерал, чтобы вставал, вязал, рука плескала, и каждый, чтоб запоминал. Будь как лев броски, как лев броски. Правду сказать не бойся, бойся молчать. Эй, поехали! Будь как лев броски, как лев броски. На Air Max, вполне серьезно. Такое броски, как лев броски. Оставь все плохое, милое, другое. Теперь свеча горячая, не ведись на спам почтовом ящике. Будь настоящий, без помех, не как радиоволн. Не как аналоговые каналы, не как зомби. По зомбоящику крики, стоны. Мы ищем достойных среди отстоя. Тупая пропаганда, бесчестия. Сколько завтра будет лет стоить? Родятся ли твои дети? Или в наушниках под хайпом будут сидеть в интернете? Твоя мама не узнает, что ты куришь, не узнает, что ты пьешь, балуешься дурюком и бабала даешь. Душа отравлена реформами с телевизора. Оксана была хорошая девочка, снова за день унижена, но не обижена. Ты не смотри на мир, не видишь свои сомнения, ничему. Будь как лев! Будь как лев! Будь как лев! Будь как лев броски, как лев броски. Такой решительный, такой несносный, без передоза, вполне серьезный. Такой броски, как лев броски. Правду сказать не бойся, бойся молчать. Если закипает, нельзя кричать, нужно кричать. Без себя, тебе доказать свое, побеждать, правду отстоять. Будь как лев! Будь как лев! Эй! Будь как лев! Будь как лев! Островитяне, дай шоу! А поаплодируйте те, кто знает, кто такой Анатолий Вассерман. Сейчас немножечко про него песня. Кстати, песня, которая нравилась. Да, я 2 года работал в школе, и у меня так получилось, что на уроках географии, географию вел, на уроках географии ребята меня так иногда прерывали, говорят: Валерий Ильич, это, конечно, все здорово, но спойте лучше Толи Вассермана. Прям просили, прям заказывали Толи Вассермана. Я говорю: ребят, ну это урок, как бы приходите на концерты, я как бы вот. Поехали, Анатолий Вассерман. Пока ты на бортах, я вон на битах. Вон на битах разрываю бух и прах, разрываю бух и прах. Бим-бим-бам-бам. У меня есть друг, он твоих всех круче. У меня есть друг, круче твоего кучи. Носит тот же лепко, там другом разный карман. У меня есть друг, Анатолий Вассерман. Анатолий Вассерман, Анатолий. Анатолий Вассерман, Анатолий. Анатолий Вассерман, Анатолий. Он не доберман, он не хулиган. Классно, он пацан, в голове дурман. Где-то ураган, my friend, и Толя Вассерман. My friend, и Толя Вассерман. My friend, и Толя Вассерман. Ему всегда есть за пустой карман. My friend, и Толя Вассерман. My friend. Толя Вассерман. Толя Вассерман. Он знает. У него есть борода, его знают города. У него есть борода, и он каждый скажет, кажется, да. Пока ты на понтах, я рву на битах, ломаю стереотип. Под крутой мотив, нужен позитив, ведь это не миф. Он звезда компании, стрижет любой корпоратив. Сяду на диван, зайду в инстаграм, возьму стакан и скажу привет, Анатолий Вассерман. Анатолий Вассерман,
Анатолий Вассерман, Анатолий. 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 Анатолий Вассерман, мой френд из Толи Вассерман, Толя, Толя Вассерман, Толя Вассерман, Толя, Толя Вассерман, Толя Вассерман, Толя, Толя Вассерман, Толя Вассерман, Толя, Толя Вассерман, он не добивает, он не хулиган, просто посадка, я турбан, отворит дубан, где-то ураган, мой френд из Толи Вассерман, мой френд, Толя Вассерман, Толя Вассерман, Толя Вассерман, Толя Вассерман, Толя Вассерман, Анатолий Вассерман. Шоу островитяне! Как дела? Разогрелись уже? Ну давайте мы тоже разогреемся. Давайте немножко для наших красивых, милых дам пока стихотворение о любви. Немножечко так, лирики. Стихотворение о любви. Называется «Мечта». Твой взгляд красивее, чем цветок мимозы. Твоя улыбка согревает в зимние морозы. Она прохлада летним знойным днем. Как хочется побыть с тобой вдвоем. Забыть проблемы все земные. Услышать нежный сердца стук. Пусть шепчут травы нам немые. Природы мелодичный звук. Пусть птицы певчие щебечут, любовный напевая марш. Замедлятся пускай секунды, продлится день чудесный наш. Пускай снежинки не спеша, кружась на землю все ложатся, но все же чище их твоя душа. Тобой хочу лишь восхищаться. Такой старенький достаточно стих. Немножечко веселые частушки споем для вас, которые мы приготовили. Частушка про веселого парня Андрея, который очень любит этот мир. И все думают, что он не такой, как все, но на самом деле он обычный. Андрей не гей! 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 Андрей не гей, он просто очень любит людей. Он любит мужчин без всяких причин. Он любит женщин и детей. Андрей не гей, Андрей не гей, Андрей не гей. Он любит футбол, он любит хоккей. Но просто Андрей, Андрей да не гей. Андрей не гей, Андрей не гей, Андрей не гей, Андрей не гей, Андрей не гей. Он любит мужчин без всяких причин. Он любит женщин и детей. Женщин, детей. Он любит весь мир. Андрей, он наш кумир. Еще такая коротенькая песня. Песня про футболистов в раздевалке. Тоже коротенькая, минутная буквально песенка. Еще такая коротенькая песня. Футболисты на игру собирались. В раздевалке они переодевались, но вот только успели они переобуться. Сразу видели, лежит одна чья-то бесхозная бутса. И никак мужики не разберутся, чья же, вот чья же вот такая вот бутса. И припев все вместе, футболисты и бутса, футболисты и бутса, футболисты и бутса, футболисты и бутса. Футболисты и бутса! И никак не разберутся, чья же это бутса. И положила на меня сеть, потому что твой гомик, что я дальше. Ты положила на меня сеть, потому что твой гомик, потому что я дальше. Теперь не спросишь, как мои дела. Ты просто включишь этот трек про новый Кадиллак. И положила на меня хер, потому что твой кумир Моргенштерн Альшер. Дальше. Давайте громче аплодисменты, Денис Шмидтке. Немножко волнуется просто. Волнуется реально.
Ну вот этот еще один. Давайте еще раз подальше аплодисменты. Тебе не нужен больше перепас. Тебе лишь нужен Моргенштерна трек. Айс, ты положила на меня хел, потому что твой домик Моргенштерна решер. Тебе не нужен больше перепас. Тебе лишь нужен Моргенштерна трек. Айс. Моргенштерн! И ты не спросишь, как мои дела. Ты просто включишь этот трек про новый Кадиллак. Ты положила на меня, потому что твой номер Моргенштерн решил. Моргенштерн! 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 Ну и давайте завершающий трек. Давайте я сделаю так. Воу-о-о-о-о. А вы все, эй, готовы? Воу-о-о-о. 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 Кстати, а здесь есть те, кто любит конфеты? Держи. Есть еще, кто любит конфеты? Never give up. Приходите 20 июля, бар Чердак, 7 часов. И также 18 августа, Викин. Давайте поаплодируем ребятам. Любое творчество — это творчество. Они молодцы. А сейчас пока...